Дисциплинированных астраханских водителей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Автомобилисты получили небольшие подарки и напутствия о поведении на дороге. Даже совершивших небольшие нарушения в этот день полицейские простили. Вы знаете, что вы нарушаете? Нет. Нет? Остановка в втором ряду запрещена, у нас правила дорожного движения. Извините, а шефу что? Шефу ждете. Ладно, с наступающим вас. Невыписанный протокол. Это лучший подарок для водителя. Спасибо, спасибо. Акция «Дед Мороз полицейский» для Астраханской области уже стала хорошей предпраздничной традицией. Предновогодняя суета порядку на дорогах отнюдь не способствует, отмечают полицейские. В этой акции мы хотели показать всем водителям, что мы можем не только наказывать злостных нарушителей, а также поощрять еще и исполнителей. В новогодней суете не забывать о выполнении правил дорожного движения.